К другим темам. Пешеходный мост через реку Ирень оценят эксперты. Управление городского хозяйства намерено пригласить специалистов для оценки технического состояния переправы. Напомним, во время весеннего паводка мост был сильно поврежден водной стихией. Хоть за кратчайшие сроки его отремонтировали, но вскоре недоделки дали о себе знать. Деревянный настил начал расползаться. В сентябре его повторно отремонтировали. Стянули и с помощью сварки закрепили каркас. Частично заменили поперечные балки и укрепили настил. Несмотря на проведенные работы, состояние конструкции моста вызывает некоторые опасения. На сегодняшний день сделали запрос коммерческого предложения спецорганизациям, которые могли бы дать какое-то экспертное заключение о том, возможно ли дальнейшая эксплуатация этого моста и нужен ли здесь капитальный ремонт.